Друзья мои, всем привет! Сегодня опять речь зайдет о полотенцесушителе. В этот раз я монтирую полотенцесушитель фирмы Terminus. Называется он Vega P5. Размер данного полотенцесушителя 50 на 60 сантиметров. Выполнен он вот в таком вот квадратном стиле. Почему именно такой полотенцесушитель выбрали заказчики? Потому что в этой ванной комнате все будет в таком стиле. То есть вся сантехника должна быть у нас вот в таком вот квадратном виде. То есть все у нас будет квадратное. Ну что ж, я думаю... В общем, в этом видео я еще вам покажу, как я установил данный полотенцесушитель. И объясню, как правильно подключить полотенцесушитель для того, чтобы он у вас хорошо функционировал в любом месте в ванной комнате. Поэтому я думаю, пора начинать. Поехали! Итак, вот он наш полотенцесушитель. Довольно-таки симпатичный, своеобразный полотенцесушитель. Цена данного полотенцесушителя не превышает стоимость 10 тысяч рублей. То есть, если у вас есть желание и возможность установить данный полотенцесушитель, и он вам нравится, то вы можете его приобрести. Если вам интересно, в каком магазине данный полотенцесушитель приобретался, я вам могу написать, если вам это будет интересно. Что ж, давайте. Подключение данного полотенцесушителя происходит через резьбу 1/2 дюйма. Почему именно такая резьба здесь? Потому что труба у нас квадратная, и, соответственно, приварить сюда резьбу большего диаметра не было возможным. Ну вот, в общем, производитель заварил сюда такую вот резьбу 1/2. Далее у нас следует переходник, то есть тут американка, резьба разборная для того, чтобы можно было монтировать полотенцесушитель после облицовки стен плиткой. Данное соединение я считаю оптимальным, потому что если монтировать полотенцесушитель до плитки, то установить данный вот отражатель уже будет крайне неудобно, поэтому, чтобы плитку не пилить, не сверлить, не резать, я предлагаю вот такой вот вариант. Полотенцесушитель снимается на время монтажа плитки, на время установки, то есть на время всех ремонтных работ. И уже после того, как все это будет завершено, мы просто закручиваем нашу резьбу. С этой стороны вот у нас комбинированная муфта 25 на 1/2. И, в общем, мы ее закручиваем туда, устанавливаем чашку, и все, полотенцесушитель практически смонтирован. Так, во время монтажа, то есть перед тем, как уже начинать монтаж полотенцесушителя, я всегда заказчикам говорю, что полотенцесушитель мне нужен сразу. Я его должен вот таким вот образом установить. Потому что если я вот таким вот образом его не установлю, то есть не подгоню ему как раз в то место, где он у нас будет находиться, то я не смогу сделать вот такое вот соединение. А данное соединение мне нужно для того, чтобы я мог перекрыть воду, доступ воды в полотенцесушитель на время проведения ремонтных работ. То есть вот такой вот узел, так сказать, он мне нужен для... Как раз для того, чтобы полотенцесушитель на время ремонта у меня отсутствовал. Так, ну и обратите внимание, то, что у нас идет здесь стояк 32-я труба, полипропилен. И уже переходит через тройник на 25-ю. Также установлен кран ProAqua 25-го диаметра. И, в общем, вот в этом месте у нас уже переходник идет. Комбинированная муфта 25 на 1/2 на резьбу полдюйма. То есть вот здесь вот она уже у нас идет заужение. Почему я не пошел сразу 20-й трубой? Потому что 20-я труба, она идет еще меньше диаметром внутри, чем 25-я. Поэтому, чтобы сильно не заужать проток воды, я использовал 25-ю трубу. Ну и далее уже через циркуляцию идет через полотенцесушитель и возвращается обратно. Если кто-то скажет, что вот через это соединение, через такой вот узел работать полотенцесушитель не будет, я вам сразу скажу, что в данном соединении у меня стоит волшебная перемычка. Ну, я ее называю волшебная, потому что делаю я специально для таких вот случаев, когда полотенцесушитель у меня соединяется через перемычку. Ну, если вам интересно, я могу об этом
соединение рассказать поподробнее, как-нибудь в другом видео специально сделаю, если вам это будет интересно. Ну а как я узнаю, будет вам это интересно или нет, только по вашим комментариям. Так, ну что ж, вот соединение такое. В общем, соединил полотенцесушитель. Воды пока в системе нет, потому что я окончательно еще трубу не подвел к стояку. Она у меня еще на стадии монтажа. Стояк у нас находится вот здесь. Вот он у нас идет в полу. А дальше я его хочу заштробить и опустить прямо в пол. На данный момент стоит полотенцесушитель вот такой вот П-образной формы. А это уже полотенчик у нас идет от застройщика. Обратите внимание, нет ни перемычек, ни кранов. Все в открытом доступе. То есть естественная циркуляция проходит прямо через полотенцесушитель. Мы не можем отключить, мы не можем убрать, мы не можем с ним ничего сделать. Поэтому пока я не отрежу вот этот стояк, этот полотенцесушитель мне мешает работать. Поэтому сейчас, ну то есть не сейчас, а чуть позже я займусь переделкой данного стояка. И новый стояк у меня уже пойдет через шахту по потолку, спустится в районе полотенцесушителя и также потом по полу вернется в свою исходную точку. То есть вот сюда. Но об этом я уже думаю видео делать не буду. Просто вам показываю, как это сейчас все выглядит, как это будет. Вы уже увидите в конечном результате. Ну и, возможно, в каком-нибудь другом видео, которое тоже будет посвящено данному проекту. Так, ну что. Забегая вперед, хочу сказать, что здесь будут интересные моменты. Это вот эта вот ниша, которую сейчас я освобождаю, чтобы сюда в будущем я мог смонтировать стиральную машину. А над ней уже будет стоять шкаф, в котором будет находиться бойлер и полочки для хранения всевозможных мелочей. И вот в этом месте у нас будет еще один люк. Кстати, люки, которые будут устанавливаться в данном проекте, я использую в первый раз. О них я расскажу тоже чуть позже. Так что интересные люки с одним нажатием при открывании. Довольно-таки интересные, но монтаж у них немножко сложный. Поэтому пока я утаю это все в тайне, ну и после монтажа я уж расскажу о них поподробнее. Ну а сейчас я заниматься буду монтажом инсталляции фирмы Гибрид. Вот такой вот он. Много я, кстати, вопросов слышал по поводу этой инсталляции. Но процесс монтажа я уже не буду акцентировать, потому что инсталляции устанавливаются практически все одинаково. Думаю, это не стоит. Нет такого особого интереса в этом монтаже. Просто скажу, что инсталляция фирмы Гибрид. И этого, я думаю, будет достаточно. Поэтому пока я продолжаю делать ремонт. Ну а полотенцесушитель у нас уже установлен. И сейчас я его просто убираю. Убираю, замуровываю, завязываю, чтобы он не испортился, пока находился где-то в другом помещении. Потому что бывает такое, что полотенцесушитель, пока его хранят, просто покоцают, передвигают, роняют. Ну и в общем, приходит в неприглядный вид. Поэтому нужно хранить полотенцесушитель до его окончательного монтажа. Ну вот так вот, в общем, я думаю, и все. Кстати, вот этот кранчик, это у нас будет горячая вода. Счетчики будут находиться здесь. Также буду устанавливать счетчики фильтра. И будет здесь у меня гигиенический душ, который будет работать от термостата. А сам душик будет у меня находиться также рядом с унитазом. Об этом я, как уже говорил, есть у меня отдельное видео на канале. Ссылки все я могу оставить в описании. Ну, даже оставлю, ладно. Так, ну ладно, вот вроде все. Все, заканчиваем это видео. Монтаж полотенцесушителя завершен. Красивый полотенцесушитель фирмы Терминус Вега П5. Размер 50 на 60 сантиметров. Квадратной формы. Ну, обязательно я покажу вам в конце, как он будет работать, как он будет функционировать. Кстати,
Здесь вот у него есть вот такие вот спустники. Это нужно для того, чтобы спустить воздух, когда мы будем запускать полотенцесушитель. Он находится и снизу, и сверху. То есть вот этот кран Маевского нам нужно будет перекинуть наверх. Они универсальные, можно поворачивать в любом удобном для вас положении. Можно с правой стороны устанавливать, а можно с левой. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо, всем пока.